Так, ну что ж, давайте зайдем в меню и посмотрим. Это что? Это что за персонажи такие? Че, луна сзади? Кого же нам выбрать? А если другую страницу открыть? А это кто вообще такие? Посмотри, сколько у них глаз. Это что за секретное меню такое? О, ребята, представляете, ими можно поиграть. Так, ну давайте возьмем вот этого босса, наверное, лунного, да? Давайте его лучше выберем. Привет-привет! Это продолжение приключений нашего лунного босса. Ну что ж, вы посчитали, сколько у нее зуб, шипов, глаз и очков и всего остального? Это ж так прикольно. Потому что, кто не знает, мы будем захватывать зеленые поля шариков и вот этих фруктиков. Потому что квадраты не особо любят фруктики, поэтому шарики решили в них замаскироваться. Так, а куда он там упал, а? Я тут с ним разговариваю, пытаюсь запугать его, он просто взял и свалился в пропасть. А ну стой! А? Что это было такое? Так, ладно, да, дадим ему второй шанс. Он должен где-то здесь появиться, и мы вот так раз. Готов. Готов. Так. Ты что тут делаешь? Распрыгался. Специальный молодочек. Улетел у нас этот непонятный малыш. Мы так, хоп. Оп. Хорошо. Теперь вот так вот это все дело. И что у нас дальше? Дальше сюда нам надо. Ящик этот специальный. Так. И залазим на мельницу, да? Ой-ой-ой. Оп-оп. Хорошо, здорово. Ага, кто это там зуб у тебя торчит? Чудик. Бам. А ну-ка, падай давай отсюда. Все, пока. А! Почему вы вместе с ним свалились? Ты что меня присосал туда? Магнитиком притащил лунного босса. Он, наверное, ребятки, захотел с нами прямо на луну слетать, что ли? Ну, непонятный какой-то этот шарик, и вообще эти шарики какие-то странные. Вот бы интересно, кем бы, ребятки, вы хотели, чтобы мы поиграли? Каким персонажем? Это действительно интересно. Так. Тик-тик-тик. Опа! Хорошо. Это было неплохо. Теперь нужно раскрутить вот эту вот штуковинку. Видите, там кончик поднимается сейчас. И с него так. Есть! Прыжок удался. Так, чё вы тут эти шарики понастроили, непонятные штуковины? Теперь мне тут приходится все проходить. А это что такое? Что и как мне теперь забраться туда наверх? Не очень хорошо. И хоп, хоп. Ага, смотрите, она даже не шелохнулась. Есть, просто надо было там сразу делать прыжок. Поехали. Опа. Ага, это теперь моя звездочка. Я же лунный босс, я тут все звездочки собираю. Даже я бы сказал, звезды. Так, а ну-ка, мистер, поплавайте сегодня немножко в водичке. Ой, подождите, ящик ваш уехал. Нет! Куда он умчал? Ведь он мне нужен был. Икс. Аккуратненько. Оп. Оп. Ага, получилось. И раз! Ай, ты чё со мной делаешь? Нет. Ребята, он совсем нас поломал. Ну ты шарик, это кто еще из нас злодей какой-то? Непонятный. Готово. Я отсюда бы разгоняю все. Нет, ну какая водичка, ну какая водичка. Нужно осушить эти реки. И вовсе. Так. Оп. Хорошо. Так, а что мне тут делать? Это надо либо подождать, пока шарик будет тут ходить. Есть, за тебя тут все
проворонила. Ну что ты будешь делать? Так, пощадите его, ребятки. Я его хотел пощадить, а этот ящик его взял и придавил. Я даже не думал, что он тут раздавится сразу. Ой-ой-ой. Ну и такое бывает тоже, ничего. Ладно. Оп. Так. И раз. Прикольно, мы там попрыгали. Так. Здорово. Сюда. Оп. Эй, тележка, ну стой, куда ты умчалась от меня снова? Погоди. Такс. Оп. Есть, вот мы наверху, а ну-ка. Ну-ка, покатим. Смотрите, раз, два, двоих, вот это камень, вы представляете? Отсюда вот сверху покатится этот огромный камень. Кстати, мы звездочку еще пропустили. Он же раздавит все на своем пути. Так, вот это нехорошо. Снова придется подождать. Так, и оп. Хорошо. Нет, ты почти шпрыгнули, ну тут чё мы утонули-то сразу? Вовремя. Так, кто-то у нас там внизу решил поплавать, да? Вот смешно. Ой, кто тут такой маленький? Кто-то на нас в тоннельчике ходит. Шарик, что ли, да? Так, ладно, мы сейчас пособираем тут все. Пока он тут катится, и сверху на него. Бам! Вот это классно. Прям как на мячик прыгнули. Так, еще один твой дружочек, да? Ай! Ай-яй-яй, ты что творишь? Что это, ребятки, он там выделывал, а? Оп. Плохо дело. Так. Раз. Два. Есть. Крутим. А крутись давай. Крутись. Еще разок. Оп. И ба-бам. Вот такая, ребятки, получилась очередная серия. Надеюсь, вам понравилось. Так что ставьте лайки, подписывайтесь, и мы немножко поплаваем. А главное, пишите, какие идеи для видео вы хотели, чтобы я реализовал. Ну что ж, всем пока-пока.